В огромный гарден-центр еще один. Я приехала сегодня с вами. Я его очень долго искала. Это называется гарден-центр Томпсон. Садовый центр, видите, какой огромный. Здесь настолько парная такая атмосфера, потому что наверху стекла, открыто совсем немного. Ну, в общем, у меня как-то было впечатление об этом гарден-центре намного интереснее. Я давным-давно здесь не была, и вот нашла сейчас этот гарден-центр только по навигатору. Первое, что хочу вам сразу показать, вот видите, slug killer. Это такой вот такая жидкость для того, чтобы слизняков убивала. Это как раз то, что я вам говорила. Эти слизняки, знаете, они огромные, они просто с мой указательный палец толщиной. И вот большая беда в садах английских из-за сырости, возможно. Вот это вот очень популярная история. Сколько он стоит? Нет, это не ликвид, это гранулы. Их разбавляют в воде. Не вижу цену. Цену так и не нашла. Нашла еще один. Вот, тоже убивец этих слизняков. И тоже без цены. Так, это все искусственные цветы. Непонятно. Давайте пойдем посмотрим все-таки. Какие-то натуральные. Ну, здесь все для сада. Для сада, огорода. Это можно везде найти. И вот любят металлические украшения тоже для сада. Видите? 15 фунтов. Ну, вот такой полицейский. Коты, львы, лисы. Ага. Смотрим, что еще нас может заинтересовать. Вот такая вот лампа. Тоже смотрится она неплохо. А сколько стоит? Ну вот, к сожалению, почему-то цен не вижу я. Вот они, любимые шляпы английских мужчин. Очень разочарована, сказать по правде. В такую даль я ехала. Ну вот смотрите, еще эти металлические садовые украшения. Слоны 32 фунта, ежики 25. Так. Ну и дальше цапли, павлины, бараны. И все так, знаете, очень кусается. Вот цапля 32 тоже. Сегодня у нас воскресенье, 22 августа. И что-то ни единого человека, только резвятся сами продавцы. Громко разговаривают, смеются. Наверное, уже тоже от тоски и от безделья. Так, да, друзья, если учесть, что я ехала сюда с такими трудами почти 20 минут по навигатору, то что-то я сильно разочарована. Ну вот еще вот эти вот, смотрите, уж раз приехали, буду показывать все, что есть. Опять металлические утки, металлические фазаны и очень много вот этих вот садовых водопадиков. Всякие разные. И цену тоже видите, да? Но они здесь почему-то не включены и не журчат, как у нас обычно в Бизиби. И вот знаете, кстати, не знаю, как вам, а мне вот эти вот с эльфами такие раскрашенные
почему-то нравятся меньше. Вот садовая мебель, далеко не ротанг, 150 фунтов. Вот этот столик металлический, два стула. Вот они здесь в разных расцветах, видите. Металл, 150 фунтов. Различные садовые скамейки. Вот это 210 фунтов. Вот это меньше, 125 фунтов. И зонтик, парасол, 15 фунтов. Бери, не хочу. Ага, вот, я вижу. По-моему, одна единственная, да, плетеная. Плетеный набор. Ну, это, конечно же, никакой не ротанг. Господи, напугали. Никакой не ротанг, а это просто дерево, обкрученное обычным таким вот жгутом. И подушки. Очень тоненькие, серенькие подушки. Видите, двухместный диванчик, два кресла и стол. И стоит такой прелестный набор 1300 фунтов. Обратите внимание, цена просто фантастически высокая. Невероятно, неоправданно высокая. А еще вот мне очень нравится и очень удобно, наверное, вы знаете, вот эти вот кресла. Такие, они раскладываются сильно, можно запрокинуться назад, можно поднять ножки, можно так, можно сяк. Ну вот они стоят 165 фунтов здесь. Хотя, вы знаете, 5 лет назад мы покупали с мужем, такой тоже мне понравился. Мы покупали его за 65, то есть на 100 фунтов дешевле. Почему это так взлетают цены, мне непонятно. Вот раскладушечка такая в сад. $240, друзья. Ну и цены. Так, а сколько же это кресло? Может, это подешевле? Не такое навороченное. Ну, вот. 75 фунтов. Самое простенькое. Появились кое-какие посетители. Но вообще-то, конечно, все, это и конец, друзья. Сейчас я попробую найти, может быть, есть какое-то открытое все-таки помещение, где продаются настоящие цветы. Живые. Что же это за гарден-центр, я извиняюсь, в котором даже нет настоящих саженцев. Вот вам, пожалуйста, это все искусственное, боже мой. Искусственное. 100 сантиметров blue paper. А вот этот вот 25 фунтов. Это такой, знаете, открывается, ну вот яйцом таким, светильник. 25 фунтов. Так. Это все искусственная страсть. Это часы. Угу. Это такие часы, наверное, outside. Robin. Малиновка. Wall clock. И термометр. Outdoor or indoors. То есть снаружи и внутри можно использовать. Но то, что можно использовать снаружи, это, конечно, очень хорошо. Вот они здесь разные. Тоже иногда у кого большой сад. И снаружи было бы неплохо такие часы иметь. И вот написана их цена. 26 фунтов. Вот эти робины с малиновками. И 15 вот эти.
Да, ничего такая цена. А это просто украшение опять для сада. 12,99. Вот это металлическая птичка. Вот эти симпатичные музыкальные. 18,20 они стоят. Все эти дудочки. Вот из бамбука 14. Я офигеваю, друзья, цен. А здесь целый муравейник у нас. Каких хотите муравьев. И каждый вот такой прелестный муравей 12 фунтов. Ну, такие они, конечно, озорные. Вот здесь вот еще такие классные муравьишки. Муравьишки-хвастунишки. 12 фунтов. Кому непонятна цена, которую я говорю, это уже я учила. Умножайте на 100, ну или прибавляйте сразу 2 нуля. 12 фунтов, это значит 1200 рублей. Вот такие чудесные петухи, посмотрите, да? Этот петух 42 фунта, ну то есть 4200. Готовы ли вы купить этого петуха за 4200? Ну вот, я в конце концов нашла. Живые кактусы смотрятся неплохо. Цена. Вот этот вот кактусенок 3 фунта. Вот такой прелестный. Ну и дальше также точно. Вот они. Вот этой штучкой можно брать. Да, 3 фунта каждый. Бери, не хочу. Вот этот чуть побольше. Уже 10 фунтов. Вот этот такой шикарный. 5 фунтов. И еще я нашла для вас необычное растение. Посмотрите. Называется мистер Москита. Это растение. Видите? У него такие с шипами такие штучки. Сюда, если попадает комарик или мушка, оно захлопывает и съедает. 7 фунтов вот такая крохотулечка. Шикарное растение, хищник. Самое обычное денежное дерево. 3 фунта. Вот такие суккуленты. 4 фунта. 3. А это белая орхидея. 10 фунтов. Да. А почему и нет людей, да? Вы теперь понимаете. Людей нет, потому что цены непомерно высоки. Ох, какие красивые крокодильчики. Я называю эти цветы крокодильчики. Ну вот 17 фунтов стоит вот такой красавчик. И цветы у него, конечно, вы знаете, фантастические. Посмотрите. Фантастически цветет. Я никогда не видела, чтобы эти крокодильчики цвели. Вот еще здесь целая секция обычных папоротников. Каких-то еще цветов. О, вот эти. Слушайте, ну когда они цветут, это, конечно, фантастика. 10,99 стоят эти цветы.
И вот опять за 13 фунтов эти крокодильчики. Пальма. Неплохая, 25 фунтов. Кстати, у нас такая была. Я ее каждый год обрезала, и слезы капали. Жалко было. Ну и вот я нашла то, о чем говорила. Вот этот открытый здесь такой гарден-центр. А под открытым небом. И здесь все натуральные цветочки. Давайте посмотрим. Ассортимент. Я не могу сказать, что я в восторге, как я уже вам сообщила. Вот наверху красивая корзина. Fantastic flowers. Fantastic. Вербена. Пти лотус джой. 5,99. А это Purple Dragon. Дракон. Пурпурный дракон. Вот какой. 6 фунтов. Да и ничего такой. Так, вот эти когда-то у нас назывались солдатики. Ах, вот, я вижу здесь бегонии, друзья. Посмотрите. Бегонии. Сколько же они, интересно, стоят тут. Так, обкрутила вокруг, не вижу цены. Ну, это вот, знаете, а вот бегония. Бегония 6 фунтов. Ну, наверное, цена такая же. Хотя в Бизи-Би были не только по 6, а здесь только 6. Вот этот шикарный, такой желто-розовый, махровый. А это такой, как я купила. Ну, я его купила не за 6, а за 2. Красивейшая корзина подвесная с бегониями, 15 фунтов. Бегонии здесь разные, посмотрите. Подобрано красиво. И, по-моему, эта корзина, она как-то стоит этих 15 фунтов, да? Мне кажется, да. Другая с преобладанием красного цвета бегоний. Здесь, в общем, такая большая территория этих цветов. Вот это очень я люблю. Там он, по-моему, стоил в Бизи-Би 7 фунтов. А здесь сколько? Здесь сколько он стоит? Ну вот, попробуй найди, называется. Ага, вот нарисовано, видите, это те цветы, которые стелятся на камнях и очень красиво спускаются вниз, вот видите. Показано на рисунках, как они выглядят, и вот они здесь. Вот они здесь, смотрите. Вот такой малюсенький горшочек. 2,89. Или 3,8 любых. Вот они здесь, пожалуйста. Это те, которые у вас будут струиться и свисать со стен. Вот еще очень красивые. А мне почему-то так их назвали суккулентами мои зрители. Я так и привыкла называть суккулентами. Так, а здесь они написано Alpine. Alpine или Alpine and
Rockery Plants. 5,49 каждый горшочек. Очень необычные, очень красивые. Да. Посмотрите еще какие, просто квадратные. Очень красивые. Непривычные, необычные, обалденные. Ну и какие еще показать вам удивительные цветы. Вот здесь мне нравятся вот эти украшения садовые. Тоже очень. Это каменные фигурки. Лягушки, совы, котята. Давайте посмотрим поближе. Конечно, этот Garden Center, вот посмотрите, вот эта крыша там подальше, это то, где мы с вами только что были, и огромное здесь пространство. Выбирать можно все цветы для своего сада. Я смотрю. Вот они, вот эти вот кусты, посмотрите. И даже, кстати, бабочка. Впервые вижу бабочку. Вот они, действительно, бабочки тут вьются. И называется этот цветок, друзья. Называется будлея. Вот она. Вы правы. Будлея. 15 фунтов. И вот такая же, только белая. Будлея. Я уже тоже говорила вам, что очень любят англичане вот такие темные листовые растения. Темно-красные, бордовые. Почти темно-синие. Вот видите, их здесь много разных. И вот женщина долго выбирала себе и купила вот такого красавчика. И тоже, вы знаете, разных цветов они. Разноцветные листья. Вот, посмотрите, да? Смотрятся, конечно, если их посадить красиво. Чередуя, смотрятся они великолепно. И вы же понимаете, что это один сорт растения. Вот эти неприхотливые, которые сплошь везде растут. 11 фунтов. Вот такие подобные. Вот этот совсем необычного цвета. Но... тоже что-то похожее, да? А даже и не знаю, нравятся ли они мне.
Ну, возможно, в многообразии, если у вас огромный сад, все это смотрится красиво. Вот написано «Седум». Вот эти необычные колокольчики. Очень темные привлекли мое внимание. И тут же рядом другого цвета. А это обычная садовая ромашка, я так понимаю, да? Тоже 11 фунтов. И дальше вот такие. У нас они назывались сентябринки. Сентябрьские цветочки. Посмотрите, какие необычные малюсенькие цветочки. Белые с красным. Очень необычный. Хотела показать вам розы. Но вы знаете, что-то роз вообще выбор невелик. И они какие-то чахленькие. Посмотрите. Очень чахленькие. Ну, тоже, наверное, на любителя. Меленькие такие розочки. 11 фунтов любой горшок. Разнообразие фуксий. Десять фунтов за любой горшочек с цветами фуксии. И хотя некоторые горшочки очень неплохие, но, знаете, я не готова 10 фунтов платить за фуксию. Вот эта травка тоже очень популярна. Ornamental grasses написано. Как сегодня красиво у нас смотрится небо голубое. И кучевые облака. И сегодня у нас неожиданно жарко. Плюс 25. Вы знаете, просто такое какое-то парное пекло, потому что влажность и солнце. Ветерочек всего лишь чуть-чуть. Так, а я иду. Хотела еще показать вам. Не знаю, будет ли вам интересно. Садовые ягоды, вот они. Soft fruit. Вот это вот ежевика. Представляете, которую можно в любом лесу сорвать. Но... вот здесь она продается, да еще и стоит 13 фунтов вот такой горшок. И я подошла поближе вам показать вот этих чудных сов разной величины. Керамические совы, ежики. Мышка даже есть одна. Вот цена. Маленькая стоит 8 фунтов. А большая 35 фунтов. Вот такая сова. 35. Есть еще вот такой ежик-горшочек с чудеснейшей лавандой. Здесь было открытое кафе. Мы здесь, помню я,
любили пить кофе на воздухе под этим огромным деревом эвкалипта. Это, вы видите, эвкалипт. Эвкалипт тоже растет свободно в больших количествах на нашем острове в Англии, что для меня, конечно, странно. Здесь еще различные садовые приспособления, украшения для сада. И опять я хочу показать вам. Посмотрите, как здорово придумано. Вот таким вот огромным канатом через весь сад украшена здесь клумба. Ну и здесь огромная секция керамических горшков, керамических кашпо. Не знаю даже. Давайте немного мы взглянем на цену. Вот такие горшки. 6 фунтов. А вот побольше 15 фунтов. Нравится ли вам? Вот эти неплохие, очень толстые, тяжелые, 10 и 15 фунтов. Настенные кашпо. Большие и маленькие. Здесь даже гравий продается. Вот он разный. И здесь цена на этот гравий. Здесь вот посмотрите, вот эти вот красивые круги. Мы с вами тоже видели их у людей в садиках. Вот они. 10 фунтов каждый. Ну и здесь какие хотите стенки. Это все керамическое. Пошла я на выход. Понравилось ли вам, друзья, путешествие сегодня мое с вами по этому гарден-центру Томпсон? Если понравилось, пишите ваши отзывы, комментарии, ставьте лайки. Всех благодарю за просмотр. Всего вам доброго, друзья. Еще увидимся. Пока-пока.